Всем большой привет, друзья! У нас сегодня воскресенье и видео о готовых работах. Покажу вам, что я связала за эту последнюю неделю. Если вы зашли впервые на мой канал, пожалуйста, проходите, заходите в мои плейлисты. Там вы сможете найти различные мастер-классы по разным игрушечкам. Также у меня есть одежда для наших игрушек. Мы с вами вяжем и детскую одежду, комбинезончики, платья, панамочки. Есть интересные видео по болталочки, теги, ответы на ваши вопросы, разные мои процессы. Также есть видео о готовых работах, которые я стараюсь выпускать каждое воскресенье. Да, каждую неделю выходят видео о готовых работах. Возможно, вас заинтересуют какие-то игрушки. А если вам нравится мой канал, вы также, пожалуйста, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик рядышком со словом «подписаться», чтобы не пропустить мои новые видео. И я всегда рада новым людям. Вы сейчас перед собой видите вот такую летнюю маечку. Вязала я ее для младшей дочери на возраст 14 лет, рост 172 сантиметра. Сейчас вам так кратенько о ней буду рассказывать, как я ее вязала. Значит, она получается действительно такая худенькая, но это, девочки, не топ, это действительно маечка, потому что она как раз, вот эта часть доходит до пояса, да, то есть это действительно маечка. В общем, отлично она на нее села. Сидит отлично, все так, как нужно. Я не вязала ни по какой схеме, то есть просто как придумала, так оно и пошло. Здесь что-то пыталась, комбинировала, сейчас вам расскажу. Значит, по порядочку, как я ее вязала. Я набрала крючком троечкой 130 воздушных петель. Вязала поворот, не поворотными, а вязала по кругу, да, именно до подрезиков. Здесь я разбила, вот там, где у нас грудь, разбила на две части, то есть на перед и на спинку. Именно по переду у меня здесь идет чуть-чуть пошире, а по спинке у меня идет сзади вот так. И я вам хочу сказать, так как она будет носить под тоже под один топик, и как раз этот топ, точнее эта майка, отлично заходит на этот топ, что он абсолютно, ну то есть никакие там лямочки, абсолютно ничего не видно, хотя лямочки там вообще очень тонюсенькие. Конечно, он будет все равно просвечиваться, потому что у нас здесь такие квадратики, дырочки, но майка в целом сидит отлично, то есть это лето, это вполне нормально. Так, здесь, как видите, по спинке у меня чуть идет вот так, на плечике это тоже очень так прикольно вообще сидит. Вот эту планочку я вязала отдельно, потом я ее пришивала. Дело в том, что когда я ее пришивала, немножко вот это планочка, она чуть-чуть у меня смещалась, да, и получается так, что я хотела сделать пуговку по центру, она сместилась чуть-чуть в сторону. Но даже если вот, дочка, волосы можно убрать со спинки, это тоже классно. Можно этого было, ну, не делать, да, можно было просто без пуговки сделать, но если есть пуговка, это тоже очень так классно, какая-то своя изюминка. Даже если она чуть-чуть идет в сторону. Так, значит, такая маечка. Тут, в общем, все простенько. Кто вяжет крючком? Я думаю, что вы знаете вот этот узорчик. То есть через каждые два столбика мы вяжем столбик с одним накидом. Получаются вот такие квадратики. Вот. Хочу немножко своим девчонкам на лето связать. Возможно, будет по одной майке, по одной футболочке. Ну, посмотрим, девочки, да. На этой неделе у меня получилось пока что только вот эта маечка. Так. Вязала я ее из пряжи, которую я вообще очень люблю. Она отлично подходит для лета, то есть и для детской одежды, да, и вот для таких маек тоже отлично подходит. Alize Cotton Baby Soft. 50% хлопок, 50% акрил, номер голубенького цвета 183, и здесь в моточке 100 грамм 270 метров. И расход у меня ушел один полностью моточек, и немножко я взяла из второго. Отличный расход вообще. И очень классная ниточка. То есть ее не нужно прям плотно вязать. То есть летний вариант сделать в дырочке. Эта майка считается как для красоты. Вот. Думала, здесь может
что-то, какие-то зубчики, вот как будто вот на этой планочке сделать, да. Можно было здесь по низу дать такие, не то чтобы вот не рюши, не какие там валаны, да, потому что здесь 14 лет, вот, но можно было по-другому обвязку сделать. Но дочь сказала, что мама, так очень классно, потому что сейчас чем попроще, тем моднее. Ну, такая мода. Так что у меня получилась вот такая маечка. По размерчику еще вам скажу. Так, по ширине 29 сантиметров. И если вот так взять, 38 сантиметров. Вам немножечко сейчас может... так, ну, таким цвет не передается, да, потому что у меня включен искусственный цвет, но ниточка очень красивая, такая прям хорошая, голубенькая, вот. Так. На самом деле это у меня здесь стол беленький, но почему-то так засвечивает. Так, вот такая маечка была. И дальше мы с вами переходим к интересному, к нашим игрушечкам. Так, я сейчас возьму свою любимую корзиночку и покажу ее вам. И в корзиночке у меня сидят мои новые малыши-пухляши. Сейчас так кратенько сначала расскажу. Значит, на этих малышей я на этой неделе готовила мастер-класс. Этот мастер-класс платный, но что здесь интересно, что это один мастер-класс, но в одном мастер-классе мы с вами вяжем две игрушечки, и мишку, и зайчика. Я вам там все подробненько рассказываю, как это можно сделать, как это можно поменять, то есть мастер-класс идет в видеоформате. Цена мастер-класса $4, это получается 110 гривен, 300 рублей, да, если на русские. Вот, две игрушки в одном мастер-классе. В Инстаграме делала пост, девчонки уже покупают, кому будет нужно. Вы можете заходить в мои инстаграмы, также можете зайти на мою электронную почту, написать мне туда, потому что мастер-класс я в любом случае отправляю на вашу электронку, да, и там почитать. Там все подробненько расписано, показано, фотографии есть, вот, что по цене. Приобрести мастер-класс можно из любой страны, и я отсылаю на вашу электронную почту. Также еще хочу сказать, что как раз на этой недельке с 24 по 31 мая всю неделю будет действовать скидочка у меня на 6 разных мастер-классов. Тоже кому будет интересно посмотреть, возможно, вы давно хотели, например, связать такую игрушечку, у вас, ну, всякое бывает, что-то там не получалось, сейчас есть такая возможность приобрести мастер-класс по скидке, минус 25%. Также в Инстаграме все подробно расписано, какой это мастер-класс, что входит в мастер-класс, и также цены все указаны в Инстаграме. Заходите. Тоже подписывайтесь, я всегда там стараюсь в первую очередь побыстрее делать какие-то новиночки. Так, ну и давайте мы сейчас рассмотрим наших пухляшей. Вот такие два мешочки у меня были связаны. Они, девочки, такие прям настоящие пухляши. Видите, вот так берешь в ручки такой пухляшка, мешочка, глазки, носик на безопасном креплении. Размерчиком эти игрушечки получаются 20 сантиметров. Классные, пухленькие, вяжутся легко, я бы сказала, да, деткам. Я думаю, что тоже нравятся такие игрушки, вот. Очень прикольные. Навязать их можно в любых разных цветах. В мастер-классе я, конечно, об этом все рассказываю. Вот, имитация комбезика или пижамки здесь у нас. Такой мишка, смотрите, как заглядывает. Так, и еще вот тоже такой пухляшок есть. Хвостик, все как нужно. То есть мешутки и вот такие... Еще зайки. Вот ушки можно поставить по-разному. Глазки, носик на безопасном креплении. Вот можно выбрать любые яркие, красивые цвета. Смотрите, как сзади здесь отлично оно сидит, смотрится. Ушки с таким хвостиком. Вот это мальчик у нас. Так. И еще есть вот такая девочка. То есть, если вы заметили, они прям как близнецы, да? Или двойняшки. Мальчики, девочки, это, по-моему, двойняшки. Вот, одеты они абсолютно одинаково. Вот, только здесь у нас есть украшения. Вот такие четыре пухляшика у меня тоже было связано на этой неделе. Так,
Это я вам рассказала. Дальше. Тут еще, девочки, то, что, наверное, я бы хотела вам сейчас сказать, наверное, так у меня не получится, по той причине, что я пока что над этим всем сама только думаю, я себе размышляю, как бы я хотела лучше это сделать, как бы это все получилось. Но я думаю, что это мы сможем сделать вместе с вами. Я вам сейчас буду кое-что показывать. Если вы будете согласны, если вы захотите со мной вязать такой проект, то ставьте плюсики или пишите тоже комментарии. Может, на что-то вы бы хотели мастер-класс, потому что я как раз, что я хочу сделать, кратенько вам так скажу, хочу сделать такой игровой проект для девочки 2 лет. То есть я это буду делать на возраст 2 годика. Это, конечно, подходит на год, 1,5, 2, 3, может, даже кто-то и в 4 таким играет, но... Сейчас всякое бывает, разные, да, есть разные детки, они по-разному развиваются и так дальше. Значит, я хочу создать такой игровой проект. А какой он уже получится полностью в конце, вы, конечно, это тоже увидите, но просто сама все сейчас тоже не могу сказать, потому что только-только думаю об этом. Значит, что я хочу? Я хочу, девочки, сделать такие игрушечки. Я хочу навязать еще некоторые тоже игрушечки. Сейчас вам буду показывать. Значит, почему у меня сейчас в руках вот такая игрушка-погремушка? Что я могу о ней рассказать? Значит... Игрушки-погремушки, конечно, можно связать для малюсеньких, совсем малюсеньких детей, да. Им не обязательно давать в ручки, можно над колясочкой, над кроваткой показывать, как-то успокаивать ребеночка. Но мне именно нужны погремушки, потому что мне нужна именно форма такой игрушечки. Вот, это, конечно, все в конце проекта. Вы увидите, что, зачем, почему. Вот. И пробовала. То есть, это мой такой пробный вариант. Конечно, я могла здесь вставить глазки на безопасном креплении, потому что я как бы уже не боюсь, ну, девочка 2 лет, она уже понимает, где глазки, где носик, да, но я просто попробовала сделать такую настоящую погремушку, да, и я вышила эти глазки, эти бровки, носик, все, как вы сейчас видите. То есть, эта игрушка совсем безопасная. Тут нет никаких глазок на безопасном креплении, нет никаких пуговок, да, нет никаких украшений. Вот. Но, девочки, вы знаете, наверное, я просто так привыкла, чтобы эти глазки, носики, все цвета, они были такие яркие, красивые. Глазки я люблю, чтобы они выразительные были, да, чтобы их можно было увидеть как-то издалека. На этой игрушечке я вышила глазки, они вроде и есть, но все-таки мне кажется, когда они блестят, когда они как живые, это намного лучше. Ну, я вам показываю просто как вариант. И что здесь одно, что мне не особо нравится, если вам это все будет передаваться на камеру, смотрите, вот эта ниточка на голове видно, она как будто, вот как будто этой игрушкой уже играли. Ну, вы знаете, что у меня такими игрушками никто не играет, да, я как связала, поставила в корзинку, она так и стоит. Но вот... Такое впечатление. Я вам скажу, это от чего. То есть, даже если кто сейчас только начинает вязать игрушки, еще об этом не знает, можете просто послушать. Вот, эта пряжа, которую я очень люблю, это пряжа Гималая Dolphin Baby, она у меня стоит на самом первом месте, да, ну, из тех всех плюшевых, которых я пробовала. И, кстати, кому тоже будет нужно, у меня есть обзор на 13, по-моему, видов разной плюшевой пряжи. Тоже в плейлистах вы сможете найти, или я вам оставлю ссылочку внизу под видео. Я там вяжу из разной плюшевой пряжи, да, и показываю эффект, показываю размер и так дальше, то есть рассказываю информацию. Кому будет нужно, можете перейти, посмотреть, послушать. Что здесь? На этой ниточке вот этот пушок ворс, он совсем, девочки, такой, не то что тонюсенький, он прям такой реденький, что когда я вязала из этой ниточки, я прям боялась, чтобы где-то ее не разорвать. Да, то есть, ну, такое впечатление. Вот прям вяжешь и боишься. Конечно, это не
не всегда случается. Это случается в таких прям крайних, редких-редких случаях, что где-то в партии попадается такой моточек. Такое может быть. И вот этот цвет, я вам тоже его не назову, потому что это у меня как бы вот остаточки были, да. Такой вот, как вам передается, бежевый. Но ниточка прям такая вот попалась мне. Ну, так как я, в принципе, за это не переживаю и не думаю, потому что это всего лишь такой пробный был вариант. И, ну вот, такой мне эффект кажется. Вот я это вижу. То есть мои этого не замечают. Ну, как бы я уже имею дело, да, с плюшевой пряжей. Я могу это отличить, различить. То есть издалека даже я вот посмотрю своим глазом, я это увижу. Вот. Ну, в целом, неплохо. Слышите, как прикольно? Вот, значит, девочки, так, не буду уже долго затягивать. И еще вам покажу. Смотрите, у меня еще есть вот такой зайка. Это тоже погремушечка. Она очень такая прикольная. И не в том дело, что это прям такой цвет, да, розовый, девчачий, что он такой красивый. В том дело, девочки, что просто и пряжа очень классная, да, Гималая Dolphin Baby, и глазки здесь выразительные, носик. Ну, вот, в общем, такая игрушечка мне точно нравится. Не знаю. Ну, и этого не хочу обижать. Даже несмотря, что это просто игрушка-погремушка. Вот. Ну, может, кому-то тоже понравится. Вы, в принципе, девочки, напишите. Я подумала, что так как я вяжу для двухлетней девочки, то есть я уже, в принципе, не могу так сильно переживать, да, что там где-то глазки будут отрываться, хотя здесь намертво, то есть если я прикрепляю глазки, то я так стараюсь брать такие заглушечки, чтобы они там четко, хорошо держались. Вот, я думаю, что я такие погремушки буду делать именно с такими глазками. Возможно, даже еще и носики буду туда использовать, ну, посмотрим. Вот. Такая тоже девочка и тоже погремушечка. И сюда, как видите, я просто такой бантик. Ну, то есть без бантика оно так чуть-чуть скучно смотрится, правда? А когда я вот пришила бантик, это Любочка мне дарила, я его пришила на такую резиночку и сделала сюда в виде украшения такой бабочки. И я думаю, что это прям вообще красиво смотрится. Вот. Очень удобно такими малюсенькими, пухленькими ручками брать вот такую игрушку в руки. Вот. Так, это я вам тоже рассказала. И что еще я вам сейчас хочу показать. Значит, никогда бы в жизни не подумала, что я это буду вязать. То есть я видела, что девчонки вяжут, где-то там есть фотографии иногда на Пинтересте, на Инстаграме тоже выскакивают. Но почему-то я как-то на это не обращала особого внимания до этого дня, пока я не захотела именно сделать такую игру. Вот, я сейчас вам покажу свою корзинку овощей. Пожалуйста, девочки, угощайтесь. Смотрите, у меня такая маленькая корзиночка. Здесь вроде целая корзинка овощей, но их всего лишь три. И что самое такое интересное, что эти овощи у меня получились естественные, что по цвету, что по размеру. То есть прям по размеру точно такие же. И давайте будем их рассматривать. Начну я именно со свеклочки, потому что я связала ее самую первую, даже не знаю почему. Ну, вот так. Ну, не знаю, девочки, вот так взяла моточек, и так мне захотелось. Свеклочка у меня была самая первая. Здесь у нас такой пупыришек тут торчит. Цвет такой прям насыщенный, бордовый. Вот как мы с вами варим борщик, да? Вот, смотрите, как настоящий бурячок. Листочки у нас тут такие тоже классные. Вот, они подкручиваются. Мне тоже это очень нравится. Такая пухленькая свеклочка. Вот. Надеюсь, что вам цвета будут передаваться. Так, дальше. Посмотрите, какая у меня получилась морковка. Но скажите, что она прям не такая, вот как ты заходишь в магазин, да, именно по размеру она точно такая, девочки. Но я бы сказала, что она даже по форме, по фактуре тоже очень классно получилась. Можно было еще на ней сделать такие черные полосочки, знаете, вот тоже. Но мне нравится вот тоже и так. Также тут можно вышить, так как это для детской игры, можно вышить глазки, носик, там что-то придумать. Но я хочу, чтобы они были натуральные.
такие естественные, как есть настоящие овощи. Вот. По пряже я вам сейчас скажу. Это пряжа все Гималая Dolphin Baby. Этот свекловый цвет вам точно не назову, потому что эта пряжа у меня была без этикетки. Оранжевый. Вот. Гималая Dolphin Baby. 80316 номер цвета. Вот. И этот зеленый цвет, это тоже Гималая Dolphin Baby изумрудного цвета 80331. Я из такой ниточки вязала дракошку своего большого зеленого изумрудного. Вот, как видите, такая получилась морковочка. Прикольная, мне она очень-очень нравится. Так, и еще, девочки, чтобы вы думали, захотелось мне связать. Я думаю, что вы догадались, кто это, что это. Это баклажанчик. Вот. Так, сейчас я смотрю по цвету. По цвету вам чуть-чуть темнее передается, чем есть в жизни. Значит, что? Так, я вот пошла, достала один моточек. Что я здесь хочу вам рассказать по пряже? Именно вроде он и похож на баклажановый такой цвет, да? Но все равно это не есть баклажановый цвет. Но, девочки, именно из пряжи Гималая Dolphin Baby я как-то не встречала именно вот такого цвета. Может, он и есть. Знаю точно, что есть фиолетовый. Знаю точно, что есть такой прям синий-синий, как джинсовый. Может, он бы тоже подходил. Но баклажановый, именно баклажан, должен быть из такого цвета связан. Вот, как я вязала своего мишку-баклажанчика. Поэтому я его так и назвала. Так. И здесь пряжа, значит, какая у меня, тоже Гималая Dolphin Baby, и этот баклажановый цвет номер 80339. Ну, в том случае, что если вязать из пряжи Гималая Dolphin Baby, то есть именно в таком цвете получается баклажанчик, да? Вот, а если вязать из тонкой пряжи, то получается вот такой цвет, то есть как натуральный баклажан, такой фиолетово-синий, вот холодный цвет. Но это тоже мне очень понравился. Здесь вот у нас и такие листочки есть. И по размерчику, девочки, ну прям точно как настоящий. Вот как мы покупаем или на рынке, или в магазине. Ну, скажите. Вот. Так что такие у меня еще были овощи, связанные на этой неделе. И я вам хочу сказать, что это такое увлекательное занятие. Я, вы знаете, то одно хочу, то второе. Тут потом мне пришла в голову эта идея сделать эту игру. Тут, в общем, девочки, столько всего много, что я даже не знаю, как вам это все объяснить и рассказать. Так, значит, как видите, я думаю, что овощей можно сюда еще добавить, взять побольше корзинку, это будет просто-просто бомба. Вот, так что я хочу навязать всякие вот такие разные игрушечки. Ну, это тоже игрушка, правильно? Потому что она связана из плюшевой пряжи. В общем, обо всем этом, я думаю, что я с вами буду делиться. Вы, если хотите, вот овощи связать, да, или погремушечки, то пишите комментарии, девочки, будем вязать вместе с вами. И, возможно, немножко будем с вами болтать. Я честно вам скажу, все никак не собираюсь вам рассказать, потому что я еще кое-чем занимаюсь другим, помимо вязания. Это для меня тоже очень важно, и оно забирает очень много времени. Но по возможности мы с вами сможем такое связать. Так что, девочки, были у меня вот такие работы на этой неделе. Так, значит, давайте посчитаем. Маечка, раз. Дальше. Баклажанчик 2, морковка 3, свеклочка 4 и вот такая корзиночка. 5, 6, 7, 8, 9, 10 работ связано за эту неделю. Вот, пишите комментарии, как вам, что вам понравилось больше всего. Я всегда с большим интересом читаю ваши комментарии, за что я вам очень благодарна. Подписывайтесь на мой канал и встретимся в новом видео. Всем пока!